Здравствуйте, с вами Факот, и я снимаю обзор под рубрикой «Азбука ММО». Вы могли посмотреть мои видео про Neverwinter Dungeons & Dragons. И я смотрю, что появилось очень много комментариев по поводу определенных проектов. Итак, я сейчас быстренько пройдусь о том, какие проекты я буду обозревать и на какие проекты буду делать летсплеи. Итак, касательно первых проектов. Один из них – это Vindictus. Это будет мой проект первый после Neverwinter. Почему первый? Потому что я считаю, что этот проект каждому понравится. Он очень известный в Америке, в Европе, но, к сожалению, малоизвестный у нас. По причине того, что там стоит очень серьезный бан по IP. И вообще, он, как можно сказать, запретный для нашего региона. То есть туда попасть сложно, но я расскажу что-то как туда попасть, как начать играть и так далее. Я думаю, что каждому из вас понравится, потому что немногие с ним сталкивались. Действительно, очень интересная игра. Вторым комментарием была просьба по лодам. Естественно, у меня там имеется аккаунт. Я обязательно сниму по нему обзор. Расскажу о кратких проблемах, да, что именно вам нужно. Естественно, маленькая просьба, пишите о том, какие проблемы у вас возникают. То есть, чтобы не просто начинать первого уровня персонажа и начинать рассказывать вам, что там, как да есть. Я думаю, вы сможете сделать это и сами. Именно пишите, какие проблемы вам встречались. Вот. А дальше у нас идет Archinage. Это очень известный проект. На данный момент это просто эпопея. Эпопея, которая может сравниться только с линейкой, с World of Warcraft. Этот проект будет выпускаться компанией Mail.ru. Ну вот, локализирует его в России. Естественно, я сниму по нему обзор. Это для многих интересный проект. Вот. И ему я уделю особое внимание, потому что эта игра появляется у нас, скорее всего, первее, чем даже на Европе. И если такое действительно будет, это будет настоящий бум на рынке, на русском рынке игр. Итак, дальше перейдем к Blade & Soul. Это следующий проект, который немало известен. Сейчас это самая популярная игра в Корее. Она обходит Aion. И я вам честно скажу, это очень интересный проект. Конечно, он полностью мультяшный, он полностью соответствует стилям аниме, да, или тейкенов всяких. Ну, там графика особенно на тейкен похожа, то есть как на консолях. Вот. Данный проект будет заснят мной чуть позже, потому что для того, чтобы туда попасть, нужен корейский паспорт. Ну, как вы знаете, для того, чтобы пройти регистрацию и вообще создать аккаунт, нужен корейский паспорт. У них это все сурово, вот, и попасть туда не так просто. Соответственно, пока я с этим разберусь, пока я достану нужную мне информацию, к тому времени, я думаю, что я уже все сделаю. Ну, вот. Сроки точные я вам объявлю чуть позже. Напоследок хочу рассказать вам о проекте DC Universe. Естественно, я на него тоже сделаю обзор. Он будет достаточно кратким. Вот. Сразу могу сказать сходу, что этот проект очень популярен в Америке и Европе. У нас он практически неизвестен. Вот. Но для всех любителей, так сказать, Бэтменов, Суперменов и прочего, да, этот проект будет очень интересен. Вот. Хочу сразу подчеркнуть, что там имеется очень жестокий донат, то есть туда придется вкладывать деньги просто для того, чтобы существовать, да. Там, конечно, нет подписки, но деньги все равно придется вкладывать, то есть это обязательно, без этого никак. Вот, ну, зарегистрироваться вы сможете бесплатно. Вот. И что касается самого обзора, я сделаю его чуточку позже. Он будет последним, вот, потому что он самый легкий. Итак, всем спасибо за внимание. Оставляйте обязательно комментарии с тем, что именно вам нужно в том или ином проекте. Добавляйте новые. И, естественно, по мере возможностей и сил я буду снимать новые обзоры. Всем спасибо, с вами был Факот. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Пока!